В доме Назиры Жубановой настоящий праздник. Здесь появилась питьевая вода. Теперь ухаживать за 5 детьми станет легче, да и за хозяйством приглядывать будет проще. Сюда водокачки налад. Раньше брали воду из водокачки, приходилось привозить ее издалека. Теперь она появилась в наших домах. Компания-подрядчик начала работы по проведению питьевой воды еще в 2014 году. Согласно проекту, проложено 366 километров водопровода. На сегодняшний день вода появилась в домах 300 семей. Система готова, просто некоторые жители здесь проживают в теплое время, а зимой многих нет. Подрядчики обещают, что до Нового года воду получат все жители Кайнар-Булака, а это более 6 тысяч абонентов.